Привет всем! В эфире Newsbox. Меня зовут Владислав Богданов. Самое интересное из мира музыки и шоу-бизнеса можно увидеть только в Newsbox на Russian Music Box. Начинаем! Магическое представление, полное ошеломляющих фокусов, трюков и завораживающих номеров на сцене Крокус Сити Холла. Знаменитый гастрономический центр Итали теперь в Москве. Все подробности об этом и не только узнаете уже через пару секунд в новом выпуске Newsbox. С 19 по 28 января 2018 года в Крокус Сити Холл проходит мировое шоу-бестселлер «Иллюзионисты 2.0». Зрители могут увидеть магические номера от лучших фокусников со всего мира. Подробности с премьерного представления в репортаже Анастасии Коневой. Вслед за оглушительным успехом в 2017 году мировой бестселлер шоу «The Illusionists» вернулось в Москву. В этот раз каждый из нас подготовил что-то совсем новое, волнующее и невероятное. Зрители приходят, потому что они верят в волшебство. Они здесь улыбаются. Мне нравится делать людей счастливыми, поэтому я здесь. Самые невероятные иллюзионисты в мире погружают зрителей в атмосферу, которая заполнена ошеломляющими фокусами, жизнеутверждающими трюками и захватывающими номерами. Каждый из нас — волшебник-иллюзионист с детства. Хочется сказать спасибо моей маме, что она терпела и испытывала все мои фокусы на себе. До 28 января на сцене Крокус Сити Холла вы сможете увидеть великого мага, который сможет перевернуть ваше представление о том, что реально на самом деле, а что просто вымысел. Также среди выступающих — фокусница, мастер побега, фальсификатор, алхимик, незабываемый и манипулятор. Watch. Imagine something. Представьте что угодно, я узнаю твои мысли. Хорошо, я представлю здесь сердце сейчас. Вы загадали это? Yes. Yeah. Да, я влюблена в ваше шоу. Так существует ли волшебство? Разоблачите иллюзионистов, пока они не исчезли. Знакомство с самой вкусной итальянской кухней Москвы. Кулинарный мастер-класс от шеф-повара. Живая музыка, рождественские гадания. Все это можно было наблюдать на первом звездном девичнике этого года в московском гастрономическом центре Итали. Подробности с открытия в следующем репортаже. Я нашла в центре Москвы 9000 квадратных метров маленькой Италии. Ну как маленькой? Большой Италия. Маленькая, но большая Италия. Италия. Есть все. Люблю. Аморе, спагетти. Море, солнце, мужчина, девушка, то, на, девушка, Россия лучше, лучше. 19 января в уникальном гастрономическом центре Италии состоялся закрытый звездный девичник «Ешь, молись, люби», а также концерт итальянской музыки «Феличита». Это мероприятие было создано специально, чтобы люди почувствовали больше Италию. Мы хотим эту ауру принести в Москву, принести нашим российским, как сказать, клиентам. И мы рады будем всех видеть вас здесь. У нас замечательные здесь мастера, итальянцы, которые не в первом поколении пекут хлеб, варят сыр, делают замечательную буррату, моцареллу. Есть швейцарские сыры, очень вкусные. Поэтому у нас, да, у нас только все настоящее, вкусное. Итали – это уникальный центр, который объединяет в себе гастрономический маркет, свои производства, сыроварню, пекарню, пивоварню, рестораны, крупнейшую винотеку, а также разнообразные мастер-классы и мероприятия. Под этой крышей хотим и фэшн объединить, и продукты фэшн, машины, все, что возможно, да, объединить под одной крышей и дать нашим итальянским, итальянской любовь подарить россиянам. Все итальянское я очень люблю, я думаю, что я не одинока в своих пристрастиях, начиная от музыки, моды, еды, заканчивая просто пейзажами, людьми, красивыми женщинами, жаркими мужчинами. Аморе, итальянскую кухню я люблю. А так по вам не скажешь. Ну ты что, я весил 130, теперь перешел на грузинскую кухню, я похудел. Шикарное место. Вот я очень рада, что оно появилось, потому что я вот поклонник итальянской кухни. На этой территории можно сразу все купить. К тому же здесь очень красиво, очень чисто, великолепный персонал.
Мне здесь очень нравится. На девичнике, проходившем в ресторане «Ля Бира», дамам был предложен фуршет. Кулинарный мастер-класс от лучших итальянских поваров «Итали Москоу», фотосессия и астрологический прогноз на 2018 год. Лигурийское море, побережье в закатах и остатки развалин, словно в каменных латах. Красота без условий, красота от природы. Видно, Бог для Тосканы сделал легкие роды. Я все рассмотрела, попробовала. Идея замечательная. И я думаю, что это будет иметь успех. Просто надо об этом побольше рассказывать и показывать. Здесь уникальное место, где собраны и кафе, и кулинария. И здесь представлены как бы сыры, они сами изготавливают. Можно что-то для себя заказать домой из того, что тебе понравилось при дегустации. Лично я люблю из всей еды, если еду это можно признать, то это кофе. Конечно же, итальянское настоящее кофе. Вечер в Итали Москоу удался. Завершился он концертом ведущих солисток Большого театра России. Самые яркие новости мирового шоу-бизнеса. Голливуд, Мерлин Монро, Коко Шанель в объективе Дугласа Киркланда. Узнайте об этом завтра в 19:00. Не пропустите! Вот и все. Чаще заглядывайте в нашу официальную группу ВКонтакте и Фейсбуке. А также не забывайте лайкать и комментировать фотографии в инстаграме телеканала Russian Music Box. С вами был Владислав Богданов. Пока-пока.